Ой, говорит, Яша, помню, в белые времена пройдет девушка, смотришь на нее, и все поднимается, и душа, и настроение, и, ой, Фима, я тебя умоляю, уже не те девушки пошли, не те. Кабинет к психиатру, заползает на четвереньках мужик с чем-то в зубах. Доктор такой: ой, а кто это к нам пришел? Наверное, кошечка. Тут молча ползет. А нет, наверное, собачка. Как зовут собачку? А нет, наверное, ежик. Нет? Черепашка? Мужик так провод вынимает. Говорит: слышь ты, Айболит, ты дашь мне спокойно интернет провести или нет? Девушка, девушка, простите, пожалуйста, а как вас зовут? Меня Белла. Ой, боже, какое красивое имя. А вы когда-нибудь бывали в экстазе? Не-не, я дальше Бердичева никуда не выезжал.